Ростовской области прошел ежегодный губернаторский бал. Сотни молодых и творческих людей собрались в Ленинском мемориале. Здесь можно было не только станцевать вальс, но также поиграть в настольные игры, послушать хорошую музыку, а самое главное – загадать новогоднее желание. Огромная доска желаний, одна из десятка интерактивных площадок, находилась на втором этаже. Ее первым оценил глава региона во время импровизированной экскурсии. Каждый участник губернаторского бала мог написать то, о чем он мечтает в новом 2020 году. На этой площадке люди пишут, что они хотят в 2020 году и события, которые их там в следующем году ожидают. Многие хотят найти себе мужа. Кто-то написал то, что хочет развестись. Кто-то хочет сдать ЕГЭ, сессию закрыть. Также на втором и третьем этажах здания можно было послушать концерт электронной музыки. Кроме этого, участники могли стать зрителями кинопоказа, поиграть в настольные игры, нарисовать открытки. Лучшие молодые и творческие люди в этот вечер получили грамоты из рук губернатора. Я пишу статьи и публикую в журналы, которые публикуются по всему миру и по всей России, в принципе. Очень много конференций посещаю. Недавно были на международной конференции в Санкт-Петербурге. После осмотра действующих площадок Сергей Морозов приветствовал всех участников на главной сцене в фойе. Глава региона отметил, что молодежь – это главный двигатель прогресса и будущее нашей страны. Молодые люди сегодня должны иметь возможность участвовать в общественной жизни, повышать уровень своих знаний, достойно зарабатывать на своей малой родине, чтобы здесь же строить семью и растить детей. Для этого в Ульяновском регионе будет полностью переформатирована работа с молодежью и появится закон о защите и поддержке молодых специалистов. Такого закона нет в России. В течение 5 лет молодые специалисты будут застрахованы от потери работы, смогут получить наставника, будут включены в кадры в резерв по соответствующей группе должностей, будут иметь возможность получить возмещение проезда к месту проведения своего ежегодного отпуска, будут иметь самые комфортные условия для получения жилья и многое-многое другое. После приветственных речей и награждения молодежи начались танцы. Кавалеры в строгих костюмах и барышни в пышных платьях в такт кружились на импровизированной бальной сцене. Вальс сменялся мазуркой, фокстрот – полькой. Мы решили из этого маленького, такого очень интересного и ежегодного классического мероприятия сделать нечто большее. Потому что следующий год объявлен годом молодежи, и, соответственно, открытие в любом случае должно быть помпезное. Фейерверк веселья лишь на минуту утих, ровно в 20:20. Сергей Морозов вместе с лидерами ульяновской молодежи дал старт году молодых 2020. После официальной части бал продолжился зажигательной дискотекой. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.